Департамент лесного комплекса региона напоминает тюменцам, которые находятся на самоизоляции за городом, о мерах предосторожности. По вине людей уже произошло 2 лесных пожара в Упоровском и Сорокинском районах. В лесах и на прилегающих территориях каждый день фиксируют термоточки с помощью программы дистанционного мониторинга. Однако многие дачники сжигают сухую траву, и такие очаги возгорания невозможно контролировать в данных погодных условиях. Из-за раннего схода снега трава загорается от малейшей искры, огонь быстро распространяется и становится неуправляемым. Он переходит на соседние участки в лес, и это создает реальную угрозу жизни и имуществу людей.